Между тем, двухдневная поездка нового полпреда президента в СКФО по Ставрополью подходит к завершению. Знакомство состоялось, и общее впечатление край оставил положительное, отметил Александр Матовников. Причем как с позиции стабильной общественно-политической обстановки, так и в отношении социально-экономического развития. Полпред ответил на вопросы журналистов в рамках инфофорума «Северный Кавказ». Потенциал, безусловно, хороший. Но предела совершенства нет, надо двигаться вперед. И основой, конечно, для движения вперед будут являться те положения, которые заложены в указе президента 7 мая 2018 года, где обозначены основные цели, национальные цели и задачи развития нашей страны на ближайшие годы.